Всем здравствуйте, меня зовут Елена, и мой блог «Счастливая улитка». Сегодня покупки одежды, теплой, из магазина «Золо». Первое платье бордового цвета, свободное, с удобным воротником, длина ниже колена и очень теплое. Для осени оно просто идеально. Далее, так называемый пуховик-одеяло. Завернулся, и любая зима мне уже нипочем. Он очень толстый, пара карманов. И для полного утепления есть возможность закрепить воротник на магнит. Его, кстати, не видно, он внутри. Мужская куртка, красивая. Главное, огромное количество карманов. Шарф, хомут, теплый и красивой расцветки. Ну и закончу это видео очень теплым свитером, напоминающим расцветкой и теплотой плед, с которым у меня была связана не очень приятная ситуация. Я ее описывала в ЖЖ, ссылка в описании. А свитер классный, ношу не снимая. С вами была Счастливая Улитка. Спасибо за просмотр, до свидания.